Привет! Представляю вам Игорь Коваль. Игорь Коваль, директор департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства в России. Он длительное время был этим директором, занимал этот пост в правительстве Российской Федерации, в частности в экономике. В Министерстве экономики Российской Федерации. Кто же все-таки такой Игорь Коваль? Давайте посмотрим. Смотрите, образование. Образование Игорь получил в 2005 году в университете Техаса, Америки, США, Соединенных Штатов Америки. А свой профессиональный опыт, карьерный рост, он начал с инвестиционной компании в 2003 году, Морган Стэнли, Соединенные Штаты Америки. Так вот, у меня к вам, ко всем, кто смотрит это видео, вопрос. Вот человек, который получил американское образование, который начал свой карьерный рост в американской компании, приехавший в Россию, вы думаете, он будет развивать Россию? Здесь совершенно другой генокод. Россия и Америка – это две полярности. Одна с одной стороны Земли, другая с другой стороны Земли. Это как черное и белое, плюс или минус. И наши страны, они длительное время традиционно находятся в противодействии, в противоборьбе друг с другом. Так вот, человек, получивший американское образование, начавший свой карьерный рост, неужели он будет развивать Россию? Скажите мне, пожалуйста. Его научили в университете Техаса, он получил степень бакалавра в области финансов. А чему его там научили? Его научили управлять финансами по-американски. В пользу чью? Да в пользу Техаса, но никак не в России. Не в пользу России. Он начал с инвестиционной компании Morgan Stanley, американской. Чему его там научили? Ему дали алгоритмы и образование американских стратегий, американского поведения рынка и так далее. Вы думаете, эти американские поведенческие модели, они на что направлены? На развитие России? Да нет, на развитие Америки прежде всего. Итак, Игорь Коваль. Игорь Коваль длительное время занимал почетное место директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Вся эта история с частным государственным партнерством просуществовала до 6 августа 2019 года. 6 августа 2019 года вышел приказ Министерства экономического развития об утверждении положения Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации. И первые два пункта. Самое главное – это признать утратившие в силу приказ Минэкономразвития от 22 декабря 2015 года за номером 258 об утверждении положения Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Министерства экономического развития Российской Федерации. И приказ Минэкономразвития от 26 апреля 2016 года о внесении изменений в пункт положения о Департаменте инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. То есть 6 августа 2019 года закончилась история с Департаментом развития частно-государственного партнерства в отрасли государственного частного партнерства. Так вот, Игорь Коваль именно то ответственное лицо. Он наверняка входит в группу авторов всей этой вакханалии, где в отрасли государственного частного партнерства находился департамент
который руководил этой отраслью, называющий под названием «развитие частно-государственного партнерства». Все это умышленное разночтение этого термина, а русский язык, великий русский язык, вносит ясность в эти определения причинно-следственных отношений частно-государственного и государственного-частного партнерства. Все это повлекло последствия, как утраты, ущерб и утраты ряда высокотехнологических решений, технологий и изобретений. Конечно, по всей стране, вероятно, этот ущерб колоссальный и достаточно большой. Его нужно считать, этим нужно заниматься. Я вам расскажу за себя. Коваль Игорь Юрьевич, исполняющий обязанности директора Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства на период принятия закона о ГЧП и МЧП по 2017 год, Орешкин Максим Станиславович, министр экономического развития РФ с 30 ноября 2016 года по 21 января 2020 года, Арсланова Милена Тахировна, исполняющая обязанности директора Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства на период 2018 года, при осуществлении должностных обязанностей умышленно вводили в заблуждение широкую общественность в намерении извлечения прямой экономической выгоды путем злоупотребления доверием к официальным органам власти и осуществляя обман в подмене определения причинно-следственных отношений частно-государственного и государственно-частного партнерства, а также умышленного подавления упомянутой группой лиц развития частно-государственного партнерства вразрез прямого указания названия Департамента о развитии частно-государственного партнерства вразрез прямого указания названия Департамента о развитии частно-государственного партнерства, пренебрегая правилами русского языка о изменении смыслов в причинно-следственных отношений, в угоду материально-экономической выгоды и математической догмы, от перемены мест слагаемых, суммы не меняется, группа лиц нанесла существенный материальный ущерб. Так, в период умышленного созданного разночтения определения частно-государственного и государственно-частного партнерства и в период действия Департамента развития частно-государственного партнерства, созданные мной новые субъекты частно-государственного партнерства патент номер РУ-144307 совместно с ГКУ Тверской области Управления противопожарной службы, защиты населения и территории Тверской области, патент номер РУ-2442553, созданное совместно с МОУ СОШ номер 52 города Твери, устройство очистки слухового прохода ушной раковины от серы, патент номер РУ-107432, созданное совместно с МОУ школа-интернат номер 3 города Твери, из ГКУ Тверской области Управления противопожарной службы, защиты населения и территории Тверской области, комплекс мониторинга чрезвычайных ситуаций, патент номер РУ-105884, созданная совместно с МОУ школы-интернат номер 3 города Твери, беспилотный летательный аппарат для мониторинга территории пожаров и техногенных катастроф. Патент номер РУ-2646004, созданная совместно с ВБО во Тверской государственный университет, автономный солнечный опреснитель морской воды, патент номер РУ-2640513, созданная совместно с ВБО во Тверской государственный университет, устройство для изготовления витых изделий, были подавлены в развитии и утрачены навсегда, в угоду государственной импортозависимости аналогичного уровня техники и иностранной экспансии в товарно-промышленных и финансово-экономических отраслях. Ущерб оценивается более в 60 миллиардов рублей. Вследствие умышленно организованного разночтения определения частно-государственного и государственно-частного партнерства, создано дезинформационное пространство, где представители различных политических и экономических движений на широкую аудиторию вещают коллизию, чем продолжают вводить в заблуждение значительный круг заинтересованных лиц. А эти изобретения, правообладателями этих решений, являлись государственными учреждениями. Государственным, от муниципалитета до федеральных учреждений. То есть утрата этих технологий является прямым следствием ущерба нашей государственности. И теперь вот ответьте себе на вопрос. Вы не доедаете? Вы не доотдыхаете? Вы лишены каких-то благ тех или иных? Вопрос, почему это происходит? Я вам отвечу. И вы сами наверняка об этом знаете, потому что наше правительство никчемное.
Потому что наше правительство, оно коррупционное. Потому что оно действует не во благо народа, а во благо интересов государственного олигархата, так называемого. Так вот, такие вот, как Игорь Коваль, занимающие мальчики, молодые мальчики, приехавшие из Америки руководить Россией, занимающие посты директоров Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства в отрасли государственного частного партнерства. Чувствуете игру слов? Это и есть нейролингвистическое программирование. Мягкая сила в гибридной войне. То есть это инструмент гибридной войны, мягкой силы. То есть не надо никого убивать, там что-то еще. Сами умрут. То есть эти люди создают умышленно, создают такие условия, где человек, изобретатель, не может внедрить свое изобретение, где предприятие не может выпустить новый продукт, где общество не может, не в состоянии развиваться, потому что сбиты настройки этого развития. И сбивают эти настройки, вот Игорь Коваль, один из них, один из таких людей. И теперь, после того, как он был директором Департамента инвестиционной политики и развития частного государственного партнерства, его взяли в РЖД, в стратегическое развитие российских железных дорог. Вы представляете, если он здесь нагородил этого всего, что он там сделает? Или уже сделал? И это аукнется еще только лет через 5 об этом кто-то узнает. То есть он делает сейчас, это и есть диверсификация. Диверсификация. Делаю диверсию. Диверсию делаю. Я бы согласился действительно с позицией Андрея Михайловича. Он сказал, что нам нужно иметь диверсифицированное сознание. Вот, коллеги, я прошу прощения, на мой взгляд, у нас не так много точек роста, где можно диверсифицировать нашу экономику. Нефтянка и газ – это серьезнейшие точки роста, которые позволяют нам эту экономику диверсифицировать. Объективные причины, но в целом, вот почему не может быть иного ответа, кроме «да, диверсификация»? И, вот с моей точки зрения, вот три слова – диверсификация, эффективность, то есть сокращение издержек, и инвестирование – это вот три синонима одного и того же процесса. То есть они производят диверсию, диверсифицируют экономику, образование, здравоохранение. Вот оно. А у нас в Конституции закреплено, что на территории Российской Федерации действует официально только русский язык. Только русский язык. Если термины непонятные в русском языке, то их нельзя использовать, потому что общество их не понимает, потому что в обществе эти термины вызывают когнитивный диссонанс, потому что они слышат одно, а по существу этот термин означает совершенно другое. То есть это элемент запутывания, элемент нейролингвистического программирования, подмена понятий и смыслов. Это инструмент гибридной войны, направленный против России, против народа, который заселяет эту территорию. Для чего? Для вывоза недр, капиталов, ценностей с этой территории. Вот для чего это все делается. Ну, я так подумал, что если мы об этом не говорим, если все мы об этом будем молчать, что мы можем переговорить друг с другом, там, рассказать, какие новые яркие события в жизни происходят там, у каждого, на кухне посидеть, пообщаться, чай попить, кофе, что-то рассказать. Но если мы это официально не заявляем, то никто об этом и не знает. И, допустим, даже если чисто гипотетически есть верхушка в пирамиде Маслоу, и там сидит тот человек, который действительно заинтересован в развитии этой среды, этой пирамиды, этой фигуры или архитектуры, как угодно ее назови. И если из этой архитектуры нет никакого голоса,
Нет никого, кто был бы глашатай и сказал бы: да, мои права нарушают. Да, я понес ущерб вследствие действий вот тех-то и тех-то чиновников. То он, очевидно, наблюдает спокойствие, и для него это все нормально. Ничего же не происходит, никто же ничего не говорит. Ну, то, что вы там на кухне разговариваете, мало ли что вы говорите, а вы заявите, у нас право-то заявительное. А заявление требует ответственности. То есть ты можешь на кухне безответственно что-либо рассказывать. То есть то, что ты говоришь, не влечет никаких юридических последствий. А если ты заявил, ну, так ты отвечаешь за свои слова. Вот я заявляю. И по этому поводу мной написано заявление в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России. Пусть разбираются. Пусть разбираются, для чего они нужны. В Евразийский экономический суд, в Евразийскую экономическую комиссию и Союз. Потому что все, что создал Игорь Коваль, занимая должность директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства, в отрасли государственного и частного партнерства, повлекло за собой вот этот когнитивный диссонанс в обществе. То есть люди, они перестали понимать, что такое государственное и частное партнерство, что такое частно-государственное партнерство. Олег Басаргин интересуется, я уже неоднократно этот вопрос пропускал, но он настойчив. Кирилл, задайте, пожалуйста, вопрос по поводу частно-государственного партнерства в силу того, что Валентин Юрьевич часто использует это словосочетание вместо государства-частного партнерства, чем дискредитирует его. В перефразировке задавал вопрос, что в русском языке это имеет разный смысл – частно-государственное и государственно-частное. Не знаю, сможете прокомментировать? Я думаю, что переменами слагаемых сумм не меняется. Вот я так подумал, поэтому игнорировал. Пренебрегая правилами русского языка о изменении смыслов в причинно-следственных отношений в угоду материально-экономической выгоды и математической догмы от перемены мест слагаемых, суммы не меняются, экономисты наносят обществу существенный интеллектуальный и материальный ущерб. Олег Басаргин не унимается и поясняет: Кирилл, поясню, государственно-частное партнерство – это когда государство ставит задачу, а частник ее исполняет. А частно-государственное партнерство – это когда я, изобретатель, дарю изобретение государству и тем самым создаю с ним общий объект имущественного права. Вы согласны с подобным описанием? Ну, вы знаете, в принципе, можно сконструировать такие вещи, но я никогда не задумывался об этом, потому что термин «государственно-частное партнерство» используется в нормативных документах. Мне приходилось иметь дело с такими документами, которые выходили там на уровне правительства, на уровне Минфина. Ну, я, конечно, иногда заглядывал там в определении некоторых терминов. Ну, по поводу государственно-частного партнерства у меня особых вопросов не было. Как вы относитесь к мошенничеству Минэкономом, что подменяет определение как частно-государственное, государственно-частное партнерство, имеющее различную причинно-следственную связь в русском языке? У нас много таких мошенничеств на уровне терминов. У нас была собственность общенародная при социализме. Кто помнит, что она не государственная была, а общенародная? А сейчас собственность государственная. Нам уже госпожи всякие Матвиенки объясняют, что государевы деньги к вам никакого отношения не имеют. Не имеют. То есть даже конченые либералы вроде Маргарет Тэтчер на фоне этих одичалых феодалов, а Маргарет Тэтчер четко фиксировала, что у государства нет никаких денег. Деньги якобы государства – это деньги налогоплательщиков на самом деле. Одна из ключевых проблем, да, управленческая, заключается в том, что полностью стерта граница между частным и государственным. Да, придумано даже вот это, то есть как раз наоборот, придумано частно-государственное партнерство. Да, есть такое. Да, для чего? Для того, чтобы оправдать системную коррупцию. Частно-государственное партнерство есть узаконенная коррупция.
Да что ты, черт побери, такое несешь? Вопрос, как эти стратегии реализовывать. Для этого должна быть запущена система стратегического планирования, опирающаяся на частно-государственное партнерство. В эффективную систему управления нужны как раз механизмы вот этого нового мирохозяйственного уклада, новой системы управления конвергентного типа, о которой я вкратце сегодня рассказал, и которую тоже можно сконструировать. Более того, я вам скажу, что многие элементы у нас юридически уже есть. У нас есть стратегическое планирование, у нас есть частно-государственное партнерство, у нас есть специальные инвестиционные контракты, да, есть все необходимое для того, чтобы организовать созидательную деятельность миллионов людей с оптимальным использованием ресурсов в целях подъема общественного благосостояния. Предприятия работают с государством через механизм частно-государственного партнерства. Как я уже сказал, новая система управления или новый мирохозяйственный уклад, он предполагает восстановление роли государства как прежде всего субъекта развития. То есть государство занимается стратегическим планированием не из любви к планированию. Само это стратегическое планирование в современном виде, оно идет через механизм частно-государственного партнерства. И сформировать у себя институты нового мирохозяйственного уклада, который нам вообще понятно. Это стратегическое планирование, это частно-государственное партнерство. Это совместная частно-государственная программа развития. Это регулирование экономики таким образом, чтобы капитал не уходил из страны, а наоборот, так сказать, создавался в стране. То есть люди, они перестали понимать, что такое государственное частное партнерство, что такое частное государственное партнерство. Вот они слушают его, смотрят на то, что вот он директор департамента частного государственного партнерства. Ну, значит, есть такое развитие, развитие этого частного государственного партнерства, а его нету. Его нету. По факту у нас есть закон о государственном частном партнерстве, а название частного государственного партнерства — это вообще выдумка. То есть его не существует. В реальности нет никаких дорожных карт. В этом и есть подмена смыслов и понятий, и определений. Это и есть инструмент гибридной войны, направленный против России, против народа, чтобы он запутался, и потом его сказать: да ты шизофреник. Ну, если ты не понимаешь, если ты не различаешь эти понятия, то как ты? Ты не можешь, ты не дееспособный народ России, ты не дееспособный. Тобой надо управлять. Вот что они делают. Ну, как-то так. Это одна из частей моего расследования в этой отрасли. В вопросе частно-государственного и государственно-частного партнерства. Но пасаран. Нам остается лишь не плыть по течению, которое ведет страну и мир к очередной глобальной катастрофе, а внести свой разумный и позитивный вклад. Распространите это видео. И всего вам наилучшего!